вот снова «Витязи» приехали домой. Завтра рождественский матч против «Нефтехимика». Приходите, не пожалеете. Саш, перед Новым годом классная игра была, порадовали болельщиков со «Спартаком». И вот вновь домашний матч. Хочется тех же эмоций в игре с «Нефтехимиком». Конечно, на каждую игру хочется радовать и себя, и болельщиков, которые приходят посмотреть на нас, тратят свое время, деньги, и хочется, чтобы они уходили не в плохом настроении, а как можно лучшим. Ну, то есть игра с «Нефтехимиком» – это будет совсем другое, нежели две выездные встречи, которых мы провели. И, конечно, нужно переламывать эту, так сказать, не совсем хорошую серию для нас и опять выходить к победной ноте. Что случилось с «Череповцами»? Дмитрий Ребекин после матча сказал, что такого не бывает. Ну, как видимо, бывает. Со «Спартаком» нам чуть больше повезло, с «Северсталью» им больше повезло. Надо искать во всем плюсы. В равных составах мы выиграли 3-0, можно сказать, эту игру. А вот неравенство надо подтягивать, и думаю, все будет хорошо. Тренировали меньшинство сейчас на тренировке? Неравенство, большинство, меньшинство, да. Все сделали, подготовили. Тогда желаю успехов и побольше болельщиков хочется. Пригласим их? Да, конечно, хочется. Приходите на наши матчи. Чем вас больше, тем нам легче играть.